Теперь по третьему. Аверкин. Есть. Барбухин. Есть. Добровольский. Тут. Ярашев. Ярашев. Забачев. Есть. Каевкин. Нет его. Левай. Левай. Азыра. Погиб. Навроцкий. Нуреев. Не найден. Татауров. Татауров. Есть. Здесь уж. Бундаков. Урясов. Бирюин. Хакимов. Бундаков, Хакимов. В турбинном остались. Навроцкий внизу работал. Сейчас. Здесь нет. Циверов. Щелканов. Ильяшев. Есть. Все? Нет. Ильяшев. Юрыгин. Ядугин. Значит так. В штабе ситуацию знают. Экспедиция готовится. Пока рация работает, что-то будем знать. Дальше. По периметру клапаны заваривают. Второй контур остывать будет долго, так что какое-то время тепло будет. По провизии.
Внизу мазут горит уже, водой не потушим. Нужно включать ингибиторную. Но она травит. Из-за чего? Нужен переходник на клапан. Вот такой только целый. Думаю, можно быстро сделать. Заготовки ищи там, в углу. Thank you.
Капитану ледокола «Северный ветер» о доставке груза прибыть в конечный порт назначения для промежуточного докования. Подготовить и оформить документы для последующего планового демонтажа судна. Куда же вы? Посмотрите! Лазарет! Лазарет! Лазарет переполнен. Коридор к стенкам! Быстрее! Быстрее!
Что у нас из отхарки вышли? Так, готовим пентацина, ЭДТА. Сколько? Сколько есть! Много нужно! Много! Доктор, вот здесь. Промыть глаза, рот, нос чистой водой. Сменить одежду. Зондовое и беззондовое промывание желудка. Компенсан, полиглюкин, все, что есть, внутривенно, до 300-400 миллилитров в сутки. Действуйте! Нет времени! Нет! Доктор, коллапс! Кардиамин по 2-4 миллилитра. Имизотона 1 миллилитр 1% раствора под кожу повторно. Внутривенно, капельно, 2-4 миллилитра 0,1% норадреналина на 200 миллилитров физраствора. Действуйте! Смотрите. Что здесь смотреть? Что? И так все видно. Они сами насквозь. Светятся уже. Иди пульс проверяй. Иди! Я не знаю. Не понимаю.
Thank you.
собрались? На свободу! Истекли вы, что имеет право сбросить ермо сюда. Таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от рабства. Ну, давайте. Ценность, когда освободились от рабства. Ну, давайте. Thank you.
родился среди них. Сковал он крепкие руки. Ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу. Сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою. И никто, уже испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Thank you.
совсем вас не устраивает такая свобода? Или что-то с ним не так?